Тарифы на проезд в маршрутном транспорте в Первоуральске остаются неизменным. Повышение обошло наш город стороной, чего не скажешь о других районах области, где цена за поездку в автобусе увеличилась до 20, а то и 26 рублей. С нового года проезд на автобусе подорожал почти во всех крупных городах области. В Ревде и Нижнем Тагиле уже повысили тариф до 20 рублей. В Екатеринбурге региональная энергетическая комиссия рассматривает повышение платы за проезд до 30 рублей. Первоуральск, впрочем, пока живет по старым ценам. На территории Свердловской области с 1 января есть ряд повышений. Установлены новые тарифы на перевозку в общественном транспорте до 20 рублей. На территории городского округа Первоуральск пока такое решение не принято, то есть РЭКом, и, соответственно, тариф остается прежним – 18 рублей в общественном транспорте. По данным специалистов, наш город дольше всех удерживает прежний тариф. Впрочем, вероятность того, что со временем пересмотрят расценки и в Первоуральске, все же есть. Процедура выглядит примерно так. Владельцы маршрутного бизнеса обращаются с просьбой повысить плату в РЭК. При этом перевозчики обязаны обосновать рост цен. Причины могут быть разные. Подорожание топлива, дорогостоящее обслуживание техники и ее износ. Последний раз частники обращались в комиссию в начале года. Однако пока в РЭК не считают нужным менять тариф по Первоуральску, что не добавляет радости перевозчикам. У нас тарифы не повышались уже более года. В Москве, например, если говорить о других городах, даже в Ревде, допустим, проезд уже 19 рублей еще стоил в том году, а у нас 18. В Москве и в Петербурге там добавляется два раза в год. То есть в Москве сейчас 35-50, вот, и в Петербурге 50. Чем отличается Первоуральск от Москвы и Петербурга? Неизвестно. Перевозчики негодуют, а жители радуются прежним ценам. Плюс для горожан и в том, что если в течение года тариф будут повышать из-за инфляции, то проезд обойдется не дороже 20 рублей. Такую оценку дают специалисты. К возможным переменам в будущем первоуральцы относятся по-разному. Я вот живу, например, на Магнитке. Для меня ездить каждый день в город, даже 18 рублей, это, я считаю, дорого, а 20 рублей это еще чувствительнее. Если муж еще у меня ездит, так тем более. Так что не хотелось бы, конечно. Сейчас все дорожает, Новый год. На меня не отразится, да, я редко езжу. У меня сыновья, сын возит на машине, бывает, взять, редко езжу. Так что на меня эти 2 рубля не отразятся. В ту же цену пока что обойдется горожанам и проезд до Екатеринбурга. Поездка до столицы Урала для первоуральцев по-прежнему составляет 90 рублей. Никита Нехорошков и Дамир Харисов, служба народных новостей.